Уфа – мировой центр единоборств. Так было заявлено на пресс-конференции в преддверии международного турнира «Бои по правилам 3». Спортсмены из Кыргызстана и 6 регионов России выйдут на уфимский ринг, чтобы показать свое мастерство в боях смешанного стиля. Спортсмены, они многие уже знакомы друг с другом, кто-то с кем-то встречался. Тут собрались спортсмены-профессионалы, на самом деле свое дело знают, и я думаю, очень интересные бои будут. В финале за пояс чемпиона России в легком весе сразятся уфимец Евгений Лазуков и Рустам Талдиев из Санкт-Петербурга. С 1-5 ноября был чемпионат мира. После него приехал, сделал небольшой перерыв. Больше подготовка была в плане функциональной, чтобы выдержать нагрузку в 3 раунда по 5 минут. По прогнозам организаторов турнира, бой станет кульминацией вечера. Талдиев в партере более как бы будет надеяться, наверное, на партер. Но Лазуков, он очень динамичный, он и в партере, и бросковый, и ударный. Бои по правилам обещают стать очередным ярким зрелищем в спортивной жизни Уфы. Анжелика Холодилова, Марат Казарян, телеканал ЮТВ.